Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Светланы Стоюниной. Композиция называется «Разум не подвластен ритму сердца». Музыка исполнения Самойла Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Все по кругу, по какой-то замкнутой спирали, не смогли довериться друг другу, слишком часто раньше предавали, слишком долго жили мы надеждой, стерпится и слюбится, когда разум все ждает, Господь, невежда. Слушайте всегда его, ребята. Слишком долго жили мы надеждой, сердце слюбится когда-то. Разум все ждает, Господь, невежда. Слушайте всегда его, ребята. Не пытайтесь вы противоречить сердцу, если бьется вдруг внезапно. Можно успокоить ритмы сердца, но не запустить его обратно. Не поможет ни одно лекарство, от любви не лечит панацея. Но гварни всех врагов коварства, когда мы самим себе не верим. Не поможет ни одно лекарство, от любви не лечит панацея. Но говори всех врагов коварства, когда мы самим себе не верим. Разум в рамки все для нас поставил, стихла амплитуда колебаний. Затерялась строчка, как аритмия. Все в порядке на кардиограмме. Я не вправе раздавать советы. Сделать вывод очевидный сложно. Если зачастит по новой сердце, остановка будет невозможна. Я не вправе раздавать советы, сделать вывод очевидный сложно, если зачастит по новой сердце. Остановка будет невозможна. Спасибо за внимание. С вами был Самойл Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». «Разум не подвластен ритму сердца». Стихи Стоюниной Светланы, музыка исполнения Самойла Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».